Доходы мэра скромнее, чем у его заместителей. Чиновники городской администрации официально отчитались о доходах и имуществе за прошлый год. Согласно этим данным, Эдхам Акбулатов заработал меньше 2 миллионов рублей. Супруга мэра отчиталась о доходе в 500 тысяч рублей. Также главе города принадлежат две квартиры, садовый участок, треть дома площадью 301 квадратный метр, доля в земельном участке для дачного строительства. Также в пользовании мэра находится жилое и служебное помещение. Недвижимость в этом году семья Акбулатовых не приобретала, и по-прежнему глава города и его жена не имеют личных автомобилей. А вот заместители мэра во многом обошли своего начальника. В передовиках за 2012 год первый зам Акбулатова Виктор Шевченко. Его доход чуть больше 7 миллионов рублей. Еще один зам Виталий Бобров отчитался о почти 5 миллионах. 2 миллиона рублей заработал третий заместитель Акбулатова Андрей Игнатенко.